Команда «Дагестанец-07», где играют футболисты 2007 года рождения, стала победителем весеннего всероссийского турнира «Кубок Хоупс Кап». Соревнования по традиции прошли в Сочи. В турнире участвовало 16 сборных. И нашей команде пришлось непросто, ведь ей противостояли ведущие Академии футбола страны. Как удалось выиграть, знает Дан Шугом. У него яркие подробности. Этот почетный трофей подопечные Максима и Эмина Кулиева завоевали на всероссийском турнире «Кубок Хоупс Кап» в Сочи. В спортивной карьере этих ребят уже были победы на аналогичных соревнованиях в Сочи, а в 2016-м стали еще и победителями всероссийских соревнований в Крыму. После долгого перерыва, связанного с пандемией, эти состязания стали первыми. 2 года мы не выезжали. Но в этом году нас с удовольствием пригласили, мы откликнулись, поехали. Для нас нужна была обязательно игровая практика. Мне пришлось до сердца ребят и до сознания достучаться до них. И они проявили ту игру, которую хотелось бы от них получить. Конечно, большое спасибо и директору нашей школы Александру Маркарову, который всячески помогал, поддерживал нас. В турнире участвовало 16 команд. Нашей дружине противостояли ведущие Академии футбола страны, особенно в раунде плей-офф. Переиграли команды Краснодарского края, Витязева из Ногинска и Ивантеевку из Московской области. В матчах на вылет обыграли команды из Санкт-Петербурга, Сочи и подмосковных Химок. Илья Сахмедов стал лучшим защитником турнира, а Нияз Гюльмагомедов – лучшим игроком. Мухаммад Гасанов – лучшим нападающим. Они играли комбинационно, высокие были. Мы, наоборот, их функциональным движением выиграли. На этом турнире было очень много достаточно сильных команд. Также было несколько академий, например, Академия Химки. Мы с ними встретились в финале, обыграли их 4-2. Также была очень серьезная команда Академия Сочи. Тоже очень неплохая команда. Мы с ними встретились в полуфинале, также обыграли. Команда «Дагестанец» удачно стартовала и на турнире ЮФО, где участвуют 10 команд. На днях они одержали победу над Академией Нальчика. Теперь предстоит выезд во Владикавказ. Дан Шугом, Саид Кутиев. Время новостей.